Всем привет! Чем наполнится чаша вашей судьбы? Судьбоносные моменты будущего. Карта Боттичелли. Чем наполнится чаша вашей судьбы? Загадайте сферы жизни, которые вас волнуют. Это десятка чаш. Ваша судьба наполнится любовью, счастьем, исполнением желаний. Это семейное счастье. Это очень комфортная, долгая, счастливая жизнь, наполненная сладостью каждого момента, взаимопониманием между близкими, достаточно средств на все, что нужно, необходимо и хочется вам и вашим близким. Каждый член семьи выполняет свое дело, свою работу, поддерживает, помогает друг друга. Итак, очень хорошее дно колоды, как вы видите. Это дно колоды только на пользу и только на успех. Ну, а я возьму две карты для начала. Будет два расклада слева и справа. Слева карта с сигнификатором вашей дальнейшей судьбы, чаши вашей судьбы. Что будет главное в этой чаше? С чем вам придется столкнуться? И этого вам никак не избежать. Потом справа будет то же самое. Можно выбрать левое или правое. Это у нас будет левая карта. А это будет правая карта. Ну, потом еще будем добавлять карты. Итак, чем же наполнится чаша вашей судьбы? О, это карта маг. Лучшей карты нет в колоде. Потому что здесь вы наполните сами чашу вашей судьбы. Вы можете все сами. Вы маг. У вас магические руки, магические ноги и магическая голова. Это такая метафора. Голова – это, естественно, магические мысли, которые вы приводите в исполнение касательно вашей сферы. Может, или финансы вас интересуют, или здоровый образ жизни, или любовь, отношения. Придут правильные мысли, как жить в партнерстве, как найти партнера и так далее. Потом магические руки, видите? Это означает, что вы можете многое сделать для себя, для своих родных. И магические ноги, вы знаете, по какой дороге судьбы вам идти. Но у вас все получится. Все, что вы задумали, все сбудется, все получится. Карта маг самая лучшая. Вы эта фигура, можно себе представить этой фигурой. А с правой стороны у нас тоже старший аркан. Это карта The Hermit или же Отшельник. И здесь у вас книга. Вы сейчас пишете книгу вашей жизни. А говорится о том, что какую-то информацию нужно скоро получить из какого-то источника. И эта информация поможет вам продвинуться как в любви, так и в делах. И вы здесь собираете какой-то урожай, вы знаете, какую травинку, да, какая-то гербальная медицина в вашей жизни, что вам поможет, что может построить ваше здание жизни. И здесь, вот видите, вы облачены в такой цвет победителя, так что у вас будет победа. А также вы сами себя не обманываете, потому что вы здесь, видите, обнажены. То есть вы сами себя не обманываете. Да, вы смотрите правде в глаза, и у вас есть логическое мышление. У всех, у кого есть логическое мышление, будет счастье, это гарантированно. Теперь еще, что вы обнажены, это говорит о том, во-первых, голая правда, да, столько правда, и только правильная информация, знания, мудрость, чтобы достичь желаемого. Не то, что там кому-то выгодно, потому что если нам кто-то дает информацию, ему это что-то выгодно, нам нужно самим искать правильную, здравую информацию. Еще то, что вы здесь обнажены, говорит о том, что вы отделяете правду от неправды и зерна от плевел. Это говорит о том, что вы все, что главное, берете для себя, то, что не главное, отбрасываете за ненадобностью. Потому что многие люди, они так не умеют делать, поэтому они идут по дороге судьбы неправильной. То есть они деталями какими-то частными заняты, какой-то мелочностью, а главное пропускают. А вы как раз идете по правильной, главной дороге судьбы. Очень хорошо, давайте будем советы получать как слева, так и справа. Я знаю, что лучше всего в моих раскладах это просматривать весь расклад с начала до конца, а потом делать выводы, какой больше подходит.
Потому что иначе базарное гадание получается, да? А правильное гадание, когда вы сознательно выбираете свой путь, а гадание помогает, дает вам помощь от высших сил. Итак, совет слева и совет справа. Вот. Совет слева. Я смотрю только прямые в этих рамках. Это тройка жезлов. Это карта перспективы. Перспективы на развитие, перспективы на то, чтобы найти свой путь. Очень хорошая карта. Она говорит, что сила восстановится, энергия будет очень сильная, хорошая. Видите, здесь вот зеленый свет говорит, финансы будут хорошие. Именно финансы будут прекрасные. И здоровье. Зеленый свет – это тоже свет Архангела Михаила. Здоровье будет сильное. А тройка жезлов говорит, вы найдете не просто выход, вы будете просто идти вперед по правильной дороге. Потому что если три – это один, два, вы, ваша цель, и три – это исполнение этой цели. Вы уже скоро у цели, и совет такой – будьте оптимистом. Как я уже говорила, внешний мир, он всегда какой есть. Он реальный. А там логическое мышление, здравое мышление нужно. А внутренний мир у человека, он всегда оптимистичный, всегда со знаком плюс. Всегда нужно видеть себя, самую для себя лучшую, не для других, для себя. Потому что для других это неправильно, это уже ментальная проблема. Что, мол, я лучше других, так нельзя думать. Никогда там относительно чего-то, какого-то вашего качества, что вы лучше других, так нельзя. Потому что только будет раздор. И это некрасивое поведение 21 века. А для себя, к себе всегда нужно знак плюс, оптимист. Я самая лучшая, самая красивая для себя. Самая успешная, самая удачливая. Вот для себя лично, да. Но не так, чтобы другим это в глаза бросать. Но вы знаете, о чем я. Ну что, жезлы – это когда мы стоим на своих ногах. Жезлы – это как такие палки, да. И вообще, второй жезлы – самовосстанавливающиеся. Они могут опять расцветать такое все, да. Это очень серьезная метафора того, что вы сами восстановите свои силы, сами. Вот. И да, вот и карта мага, это тоже карта самости, очень мощная. Вот. И тройка жезлов, это у вас все получится. Совет вам такой: вообще идите своим путем, ни на кого не обращайте внимания, делайте все по-своему. Только тогда это будет ваше. Если вы только делаете все так, как мама хочет или начальник, это все будет мамина или начальника, но не ваша. Вот, ну, это очень хорошая карта. У вас все будет замечательно, добьетесь своего. Теперь по правому раскладу у нас дополнительная карта. Рыцарь, рыцарь, жезлы тоже очень хорошие. Обе карты жезловые, как вы видите, да? Обе карты жезловые. У нас, смотрите, какой паттерный расклад, какой он симметричный, какой он божественный. Симметричный, значит, божественный, да. У нас в начале у нас два старших аркана было, а потом дополнительные карты, которые дают совет, у нас две жезловые карты. То есть вы видите здесь симметрию очень сильную. А раз симметрично вы развиваетесь, это значит, все сферы жизни у вас будут simultaneously, симметрично развиваться. Все сферы жизни, на которые вы обращаете сейчас внимание и над которыми работаете. Рыцари, они меняют жизнь, приносят новости хорошие, меняют жизнь, делают возможным то, что раньше было невозможным. Также рыцари – это помощь высших сил, помощь других людей. Это другие люди. Это может влиятельное лицо, это может лицо финансово обеспеченное, это может лицо вас заинтересованное, которое вас любит. Рыцари приносят новости, меняют жизнь. Ваша жизнь будет меняться. Ну а жезлы – это вообще счастье. Это возможность жить на полную катушку, иметь сильный характер, сильный стержень, сильное здоровье. Вот это все жезлы. Это очень хорошая карта. Жезлы – это как трефы в игральных картах, они устраивают жизнь, устраивают ее лучшим образом и постоянно ее улучшают, да, потому что жезлы – живой материал. У нас четыре масти второй и три масти металлические, а только одна такая живая, живая, натуральная, историческая, живая, натуральная, от природы, от земли, и это жезлы. Здесь по рыцарю жезла вы можете встретить любовь, может кавалер новый быть, новый работодатель. Вы можете переехать на новое место, потому что вам что-то угрожало на прежнем.
Вы будете очень счастливы на новом месте, у вас все получится. Вначале всем трудно. Поэтому здесь, видите, отшельник вот здесь говорит, что вначале всем трудно. Если, например, вы переехали, или, например, вы поменяли место работы, или, например, у вас новые отношения. Вначале всегда нужно приспособиться, притереться и так далее. Но это только начало. Вас высшие силы оберегают, и вы будете очень и очень счастливы, потому что рыцари, они помогают. Вообще рыцари тоже ангелы. Они соединяют нас с миром божественным. Вот. И ну, все люди в нашей жизни, которые нам на пользу, это наши ангелы, хранители и так далее. Потому что ангелы вселяются в людей и помогают через людей нам, нам людям. Да? Вот, так что здесь я вижу, что этот рыцарь принесет вам счастье. Это может быть новая любовь. Если с мужчиной был раздор, потому что здесь отшельник говорит, может, мужчина ушел в себя, с ним были качели, с ним было сложно договориться, или начальник сложный, вообще любой человек, если был сложный, то рыцарь жезлов, он приносит новость, что этот человек вас очень заинтересован. Он или она хочет быть с вами, хочет быть всегда с вами, хочет вас, вам помочь, подсказать что-то, любить вас, оберегать. То есть рыцарь — это же защитник. Вот. И может быть, вот это вы здесь на коленях, вы давно молились и просили себе приличного партнера, потому что вам раньше в партнерстве не везло. А сейчас будет все хорошо. Сейчас вам в партнерстве повезет, вы будете счастливы. У вас будет очень успешный помощник какой-то, да, кто вам поспособствует. Рыцарь говорит о продвижении финансов. Видите, как он здесь вперед идет. Финансов и личной жизни. Когда вы нащупали для себя, вот здесь по карте маг тоже, нащупали для себя ту золотую жилу, на которую вы сейчас будете основываться. Очень хороший расклад, очень хороший. Буду брать дополнительные карты. Слева и справа. Слева у нас паж. Паж жезлов опять. Пажи, они ищут выход. Они решают что-то, но еще пока не решили. Это полученная информация. Информацию нужно переварить, чтобы она стала знаниями вашими. Жезлы — это поиск пути. Жезлы — это когда вы устраиваетесь, может, на новом месте, может, на новом предприятии. Учите, может, новый язык, усваиваетесь, осваиваетесь на новом месте. У вас все будет очень хорошо, вы освоитесь, вы добьетесь своего. Посмотрите, какая здесь красота. Да, это вы. Кто устраивает свою личную жизнь. Это могут быть ваши дети, которые хорошо устроятся в жизни, могут быть ваши родные люди. И это поиск пути. Означает, что если вы ищете путь, смотрите, ведь карты становятся все выше. Тройка, потом паж, да. И здесь маг говорит, что у вас жизнь будет, она будет соткана с такого золотого полотна. И это полотно удачи, продвижения себя и счастья. Очень хорошая карта, кстати. Смотрим теперь эту дополнительную карту. Ой, это вообще карта звезда. Вообще какая красота, да? А, то есть вы звезда, вы популярны будете. Смотрите, вы идете от отшельника, от человека, который ушел в себя. Может, вам пришлось уйти в себя, потому что вас кто-то обидел. Кто-то был для вас опасным человеком, или обстоятельства были опасны даже для жизни, где вы были. Вот, кто-то заставил вас уйти в такие отшельники, скрыться, спрятаться, убежать, даже переехать, да? И вы начинаете писать книгу своей судьбы заново, с новой страницы. Просто с нуля. Уехали с рюкзаком. Такое бывает. У меня такое было. У меня такое было уже дважды. Вот. Так что... И вот вы переедете где-то в какое-то место, где вы будете счастливы. Но вам пришлось долгое время вот страдать. И потом начинаются перемены. Вот буквально с того дня, как вы смотрите это видео, все пойдет лучше. Вот вы увидите, напишите мне даже в комментариях. Все пойдет лучше. Перемены в жизни. И вы станете звездой. Здесь вы добиваетесь успеха в карьере, в работе. Вы номер один. Три – это значит, вы знаете, у вас есть творческая изюминка, вот такой, знаете, потенциал, такой талант. Вообще у каждого есть свой талант.
которого нет у других. И когда вы здесь, по карте отшельник, долго искали себя, и вы нашли себя, это очень натурально, когда отшельник через рыцаря, потому что рыцарь – это переход, отшельник переходит в звезду. Потому что звезда – это исполнение желаний, это ваша популярность, это то, что вы нащупали, как светить вашу звезду, как сделать так, чтобы ваша звезда сияла. То есть как сделать свою жизнь сияющую, как сделать свою жизнь успешную. И здесь вы, пока были отшельником, пока вам было трудно, вы искали свой путь, или вас обижали, может быть, да, и вам пришлось уйти. И сделали вы такой переход, вы путем погружения в себя оттолкнулись от самого своего естества, от самого своего стержня. И тогда этот белый конь, кстати, конь – это же духовный проводник, вас перевел от отшельника в состояние звезды. Это такое состояние, где вы номер один. И здесь тоже популярность, как я сказала, исполнение мечты, прекрасная карьера, прекрасные отношения. Людям с вами хорошо, потому что вы звезда, вы светите, с вами приятно. Люди ищут встречи с вами, ищут быть с вами. С вами очень хорошо. Какой шикарный расклад. Я вообще в полном восторге, мои дорогие. Этот расклад очень много вам открыл. Когда будете его смотреть в разное время, вы будете что-то другое слышать. Да? Так часто бывает на моих раскладах. Используйте себе на пользу. И расклад тоже вербально, ну, то, что я говорю вербально, и вибрационно, по энергиям. Он заговорен на любовь и счастье, благополучие. И когда вы смотрите расклад, он на вот этом энергетическом уровне, кстати, живые цветы вам дарю, на энергетическом уровне он вам помогает. Кто меня не знает, я Лена. Живу я в Ванкувер, Канада. С удовольствием для вас работаю. Подписывайтесь. Самое главное, не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Это надо сделать обязательно. Но подписка для вас, чтобы вы получали пользу от моих раскладов. Ставьте лайк. И можно зайти на канал, смотреть. У меня очень много раскладов. Я давно на YouTube. И будем видеться. Вот такая у нас сегодня погода. Всем здоровья, счастья. Пока.